сегодня воздух свет. Что-то вроде ветер моих надежд. Куда спешит мой самолет? Так, бабушка, Симона, меня любит, ты что? Симона, девушка моей мечты. Симона, королева красоты. Продолжим согреваться любимыми зимними песнями. Но прежде чем, как мы начнем исполнять следующую песню, я бы хотел взять на себя роль дирижера. Смотрите, как много людей сегодня собралось. Вы будете хором. И смотрите, у нас будет общий инструмент. Это моя рука. Когда я вам показываю жест вот такой, это значит, что нужно петь. Когда я резко сбрасываю руку вниз и немножко приседаю, то на площади должна быть идеальная тишина. Ну что, попробуем грянуть? Я ни на капельке не сомневаюсь, что здесь собралась максимально музыкальная аудитория. Друзья, под ваши громкие аплодисменты. Зима! Стесняйся, поем пуча, я зашел в сердце.
Так? Ну что, друзья, это, конечно, все очень хорошо. Мы стоим на сцене, вы стоите на площади. Но я думаю, что можно грянуть акапельно. Смотрите, я начинаю, вы за мной повторяйте. Сможем? Я не сомневаюсь. Поехали. Потолок ледяной. Смелее, смелее. Стеной тьма колючая, шагнешь. Еще. Потолок ледяной, дверь скрипучая, зашипшала стеной тьма колючая, шагнешь за порог всюду линий. Да что ж такое, ну подождите, репетиция ведь была, ну друзья, внимание, я дирижер, вы мой хор. Еще раз, внимание. Раз, два, три, четыре. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая, как шагрёшь на порог всюду ини. Да ё-моё. Продолжим. Ай, задан порог синий. Смело гастролировать по стране с этим номером. Нужно еще, правда, немножечко порепетировать. Завтра в это же время. Ну что, друзья, и последнюю песню, как известно, репетиция уже была проведена. Сейчас нужно точно, прям не стесняясь, спеть всей площадью. Дорогие друзья, песня из советского, всеми нами любимого кинофильма «Чародеи. Три белых коня». Под ваши аплодисменты! Сегодня выступала вокальная группа «Квартет Про». И всем тем, кто участвует в розыгрыше автомобиля, мы желаем всем удачи. И нам очень приятно, и мы выражаем огромную благодарность главным организаторам сегодняшнего концерта «Роснефти». Спасибо огромное, мы желаем вам хорошего настроения. Любите и будьте любимы. Всего хорошего!
Пока! Вы замечательные!